духовная сила любого народа в бережном отношении к культуре предков. С первыми звуками вальса чудится мне взмах капельмейстера, звон гусарских шпор, мерцание свечей. Под оркестр сошлись и стали близкими эпохи и поколения. Драгоценные минуты свидания, которых могло не быть. Могло не быть, если отринуть прошлое и безрассудно следовать обстоятельствам. Любовью художники преобразуют этот город и этот край, радуя земляков. Но чтобы радовать постоянно, важно не повторяться. А для этого нужен талант. Отыскать его непросто. А как непросто сегодня провести в городе или на селе любой праздник, организовать клуб или кружок, наладить учебу и работу творческого коллектива или выставки. Вот тут на помощь приходят вечные бессеребренники, работники культуры. Они-то и сохраняют в наше непростое время самобытный и неповторимый колорит края и его душу. Самоуправление позволяет бережная работа районного координационно-методического центра с клубными работниками села. Во дворе войска, во дворе расселается, народу пора.
день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Солоденькі були, селеметься здар, промітте до стар. Буде набим, барензекс. Добрий вечір, плачоби вейн ромали. Дорогі односельчане, уважаемые гости, так как на нашей территории проживает 1000 человек населения, наша территория многонациональная. Живем мы дружно, поэтому я вас поздравляю. Счастья вам, здоровья, благополучия. Земли. Так распорядилась история, так сложились судьбы. Взаимопроникая и дополняя друг друга, многие культуры стали частью общей культуры края и города. Ветки сомкнулись над тротуаром. Город мой добрый, город мой старый. Широкой гуляй, по рыбам, по широкой Еве.
старинными песнями и плясками просыпается и шумит на Николу Зимнего знаменитая еще с 18 века Никольская ярмарка. Собирает народ на честной торг, на веселый праздник. И в тесной яркой сутолоке вряд ли кто вспомнит о работниках культуры, чей незаметный труд соединил в эти ярмарочные дни прошлое и настоящее.